Вместе с процессом голосования свою работу вел и общественный штаб по наблюдению за выборами. Мобильная группа штаба все три дня посещала участки голосования для того, чтобы зафиксировать нарушения, если таковые имелись. Сам же общественный штаб по наблюдению за выборами расположился на территории Ярославской областной думы. Там же была организована горячая линия, куда жители области могли позвонить и оставить жалобу. В режиме реального времени можно было следить за процессом голосования сразу на 500 участках. У нас есть закон, и все положения, которые необходимо выполнить на участках, и участниками избирательного процесса, и участковыми избирательными комиссиями являются объектом нашего наблюдения. Поэтому мы проехали уже за три дня, конечно же, достаточное количество участков. Выборка, которая не зависит от каких-то пожеланий, предпочтений, она является случайной. Обстановка действительно спокойная, все проходит в штатном режиме. Явка на сегодняшний момент составляет порядка 1/3 от числа зарегистрированных избирателей. И опять-таки, по крайней мере визуально, мы, как люди достаточно сведущие в избирательном законодательстве, нарушения не зафиксировали.